Сорока двухлетняя Анфиса Чехова решилась на бьюти-преображение. Телеведущая отстригла длинные волосы и показала результат поклонникам. Звезда заявила, что каждая женщина хотя бы раз в жизни должна поменять имидж. Анфисе захотелось перемен, и она решила рискнуть. Чехова отстригла свои длинные пышные локоны и сменила цвет волос. «Мы с моим мастером решили рубануть половину моей длины и сделать стрижку, капля с голливудской челкой. И несмотря на то, что мой цвет тип осень, оттенок мы сделали весьма холодный, потому что теплый меня немного простит», — рассказала телеведущая в Инстаграм. Звезда попросила поклонников оценить ее новый образ. Большинству фанатов стрижка понравилась. Многие отметили, что Анфиса стала выглядеть моложе. «Анфиса вам очень идет. Классно. Цвет волос красивый. Образ великолепный. Молодо и красиво. Все моложе и моложе, Анфиса. Очень свежо. Сразу помолодела», — высказались подписчики. Экс-ведущая легендарной программы о сексе рассказала, почему сменила свою фамилию Корчунова на Чехову. Анфиса заявила, что Антон Павлович Чехов – ее любимый писатель. В школе она прочитала почти все его произведения, но на экзамене провалилась на вопросе именно по Чехову. Звезда не смогла вспомнить отчество Ионыча из одноименного рассказа писателя. «А в институте меня звали Чеховетка. Наверное, поэтому в возрасте 17 лет. Я поменяла свою фамилию по паспорту на Чехова», — пояснила Анфиса. Недавно Чехова поделилась пикантным пляжным снимком. Звезда пожаловалась на мужчин из-за порнофото. Телеведущая показала, как тренирует интимные мышцы.